Композитор только что с самолета. В доме все ждет хозяина. Велосипеды, цветы, маяки и, главное, инструменты. Коробки с карандашами, горы, океаны, гномы и великаны, и кот с большими усами. Коробки с карандашами, живет зеленая елка, ее украшали долго хлопушками и шарами. По словам композитора, для начала можно будет открыть курсы вокала и гитары. Сам считает себя напчанином, здесь учились его дочь и сын. Ему хочется, чтобы детский курорт активно функционировал не только летом, но и зимой. Хотелось бы, чтобы вот этот центр работал круглый год. И вообще очень, знаете, как бы немножко обидно, когда едешь зимой по прекрасной Анапе и стоят закрыты вот эти великолепные гостевые дома. Вот, они ведь могут работать круглый год, сюда могут и приезжать иногородние, местные, здесь могут быть кружки, секции, потому что все свободно. Сейчас мы смотрим, значит, на курортном проспекте дом 12, смотрим, значит, классы, отопление, облагораживаем территорию. Вот. Ну, я хочу сказать, что Анапа, конечно, замечательная. Я только что из Германии вернулся, проехал 7 городов. Она, мне кажется, даже чище и красивее. Вот. Это просто какой-то удивительный город. И я бы, знаете, даже предложил вести, вот, может быть, как какой-то приз, награду за самый красивый индивидуальный проект. И обязательно, чтобы он работал и зимой. Многие произведения Григория Гладкова стали в России классикой. Он написал музыку более чем к 80 спектаклям, более чем к 100 пластинкам, дискам и кассетам и к огромному количеству мультипликационных, художественных и документальных фильмов, а также детским теле- и радиопередачам.